Стали известны подробности аварии в Холодной Балке. Напомню, в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли два человека. В облполиции сообщают, водитель грузовика столкнулся с маршруткой, когда та остановилась. За рулем был 43-летний мужчина. Где именно остановился автобус, на обочине или посреди дороги, пока неизвестно. Дело в том, что показания свидетелей не совпадают. Известно также то, что оба мужчины были трезвыми. Это подтвердила экспертиза. За фактом дорожньо-транспортної пригоди було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб. Крупная авария произошла вечером 9 октября. В результате ДТП пострадали 9 пассажиров автобуса. У всех черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы. Также двое погибли на месте. 35-летняя женщина и мужчина 40 лет. Водителя фуры задержали.